Значит, нам осталось с вами, кроме сегодняшнего раза, еще один раз встретиться, и мы должны успеть за это время три темы пройти. Я надеюсь, что вы усиленно пишете, работаете над рефератами. В марте уже надо их сдавать, поэтому не откладывайте на последний момент. Да, напоминаю на всякий случай. Да, а поскольку и потом уже я вам напоминать не смогу, я вот пользуюсь одним из последних случаев, чтобы напомнить. И потом у нас должен быть экзамен. Итак, наша сегодняшняя тема — социология Эмиля Дюркгейма. Нам осталось три сюжета: социология Дюркгейма, социология Парето и социология Макса Вебера. Вот Дюркгейм. Значит, я буду говорить примерно в таком порядке. Сначала остановлюсь кратко на его биографии, затем кратко характеризую его основные труды, затем остановлюсь на социальной ситуации во Франции, когда он жил и творил, так сказать. Затем буду говорить об идейных влияниях, которые он испытал. Затем о том, каковы были метатеоретические основания его социологии. Затем остановлюсь на эволюции его мыслей и на некоторых главных понятиях его социологии. Ну, еще остановлюсь на школе Дюркгейма. И в конце скажу несколько слов о значении его социологии для развития социологического знания. Итак, годы жизни Дюркгейма 1858-1917. Он родился на северо-востоке Франции, в Лотарингии, в небольшом городе Пенале, в семье потомственных раввинов. 8 поколений раввинов было в его семье. И он, собственно, тоже должен был стать раввином. Впрочем, и с Марксом, как вы знаете, тоже дед Маркса был тоже раввином по имени Маркс Леви. И имя деда стало фамилией Маркса. И Дюркгейм тоже предназначался, так сказать, ему была уготована, в общем, духовная карьера. И в раннем детстве он изучал Талмуд, Ветхий Завет и другие религиозные тексты. Но дальше его отец, кстати, руководил общиной в этом регионе французском, иудейской общиной руководил. Но, как говорится, судьба распорядилась иначе, и он довольно рано отходит от религии своих предков. Биографы отмечают, что когда он учился в лицее, он испытал влияние, духовное влияние со стороны своей учительницы-католички, и некоторое время он тяготел к католицизму в молодости. Но потом он вообще не был религиозным человеком и, в общем, не был приверженцем никакой определенной конфессии. Он не был атеистом, и, как мы еще увидим, я надеюсь, он, наоборот, всегда подчеркивал фундаментальное социальное и антропологическое, так сказать, значение религии. Но сам он был, хотя и не был атеистом, но был тем, кого принято называть агностиками. То есть он не высказывался ни за, ни против определенной религии, не за, не против религии, скорее даже за, хотя и сам подчеркивал, я еще остановлюсь над этим, что истинный объект всех религиозных культов — это не та символическая система, которая принята в той или иной религиозной системе, а это общество. Общество — это реальный объект всех религиозных культов. Ну а своим объектом своей веры он избрал науку. Можно сказать, что он верил в нее с истинной страстью человека религиозного. И я еще тут опять-таки скажу об этом. Сайентизм, вера в науку вообще во Франции на рубеже 19-20 веков были очень популярны.
популярная эта вера была. В том, что он отошел от религии предков, были причины не только частного, такого семейного характера, но и причины более общие, глобальные, потому что во Франции, как вы знаете, французская революция уравняла евреев в правах с французами в конце 18 века. И это привело к тому, что община иудейская, которая была закрыта и изнутри, и снаружи, так сказать, замкнута была, она открылась во внешний мир, и большое количество этнических евреев во Франции в 19 веке играли весьма активную роль в разных сторонах жизни французского общества, и многие выдающиеся военные, политики, экономисты, мыслители Франции были этническими евреями, это относится ко многим фигурам. Я не буду сейчас на этом останавливаться, но и естественно, что Дюргейм был среди этих людей. Эти люди прославили Францию, и достаточно упомянуть Бергсона, который, Анри Бергсона, который в пантеоне, о котором выставлена табличка Анри Бергсону, прославившему Францию, ну и многие другие деятели. Дюргейм учился в родном городке, а потом с третьей попытки поступил в высшую нормальную школу в Париже. Это элитарное учебное заведение во Франции. И он учился там вместе с известными людьми, с тем же Анри Бергсоном, который хотя был моложе его на год, но учился старше на один курс. И с ним вместе учились Жан Жорес, с которым он дружил, и многие другие известные люди, и люди, ставшие впоследствии известными. После окончания нормальной школы Дюргейм работал преподавателем философии, он окончил философский факультет, и преподавал философию в провинциальных лицеях, в провинциальных городах. Затем он был министерством образования послан в Германию в командировку научную и знакомился с состоянием исследований и преподавания в области социальных наук в Германии. Это было для него весьма поучительным, и он особенно сильное впечатление на него произвело посещение лаборатории Вундта, о которой я говорил, в Лейпциге. Лаборатории экспериментальной психологии, и на Дюргейма произвело сильное впечатление то, что если что даже душу человеческую изучают экспериментальными объективными методами, и он вдохновился мыслью, что и общество тоже можно изучать подобным образом. И некоторые ходы мысли Вундта, о которых я еще скажу, тоже можно встретить у Дюргейма в его работах. Когда Дюргейм вернулся, он был назначен в университет города Бордо преподавателем социальной науки и педагогики, потому что, кстати, термин «социология» во Франции еще не утвердился в то время, и поэтому даже там, где ее начинали тогда преподавать, она называлась социальной наукой. И там, в Бордо, он проработал с 1887 по 1902 годы. С 1887 по 1902 годы он работал в университете города Бордо, и поэтому Бордо – это его, в общем, в каком-то смысле 15 лет эти, которые он там провел, были довольно плодотворными, и университет Бордо и сейчас гордится тем, что Дюргейм там преподавал, и я вот там был несколько раз, последний раз в прошлом году весной, там читал лекцию в Бордовском университете, и там дух Дюргейма, так сказать, витает, и хотя здание уже другое, но 5 лет назад на доме, где он жил, там открыли мемориальную доску, где он жил одно время, ну и так далее. Время это было весьма плодотворным. За это время он выпустил, находясь в Бордо, 3 из 4 своих главных трудов, о которых я еще скажу.
В это же время, с 1898 года, он начинает издавать в Париже журнал «Социологический ежегодник», который впоследствии продолжает издавать уже, находясь в Париже. В это же время вокруг журнала группируется команда его единомышленников, которые сотрудничают в журнале «Социологический ежегодник» и образуют ядро того, что впоследствии получило название «Школа Дюргейма» или «Французская социологическая школа». Но несмотря на то, что этот период, как я уже сказал, был весьма плодотворным в его жизни, тем не менее жизнь в провинции не очень его удовлетворяла, и как он писал в одном из писем, бордоский темперамент слишком ленив, его там все-таки он стремился в Париж, и в 1902 году ему удалось занять место профессора Парижского университета Сорбонны, он был назначен министерством, и в этой должности он и проработал до конца своей жизни, в должности работал профессора Сорбонны. Тоже, кстати, кафедра была педагогики и социологии. До него эту кафедру занимал известный французский педагог, деятель образования Фердинанд Бьюссон. И он, когда он освободил кафедру, он занял это место. И вообще, кстати, во Франции, замечу в скобках, проблематика социологии с одной стороны и образование и воспитание с другой всегда шли рука об руку. Это традиционная такая вещь для Франции, традиция исследования. До сих пор проблематика образования и воспитания находится на первом месте, и удельный вес этой проблематики во французской социологии весьма велик. А в те годы это просто шло, эти две дисциплины, педагогика с одной стороны, социология с другой, шли рука об руку. Школа Дюркгейма весьма занимает важные позиции во французской социологии, и, как я уже сказал, эта школа играет важную роль вообще во французской социологии. Эти люди были все молоды и преисполнены, конечно, оптимизма, но когда началась Первая мировая война, этот оптимизм был, конечно, серьезно поколеблен, и это сказалось и на теоретическом мышлении этих социологов и представителей других социальных наук, которые сотрудничали в социологическом ежегоднике. Когда началась война, сын Дюркгейма, Андре Дюркгейм, молодой талантливый исследователь, в котором Дюркгейм видел продолжателя своего дела и который успел кое-что опубликовать относительно социологии языка, пошел на фронт и погиб на Балканах, в Боснии. И эта смерть, конечно, она сильно повлияла на Дюркгейма, и он умер, это ускорило его собственную смерть, и в 1917 году он умер, не успев закончить многие, не успев завершить многие из своих замыслов. Дюркгейм был довольно активным, вел активную преподавательскую деятельность, его лекции были весьма популярны, и все они носили такой характер научных социологических проповедей. И многие его научные труды, собственно, базировались на лекционных курсах, которые он читал в Бордо и в Париже. Он был довольно плодовитым автором, и в том же социологическом ежегоднике опубликовал огромное количество рецензий, статей, заметок и так далее. Он был, может быть, не таким плодовитым, как Макс Вебер или Георг Зиммель, то есть не может быть, а точно, но зато его произведения, те, которые я сейчас перечислю, носили такой
завершенный характер, композиционно и как угодно, структурно, они, в общем, это законченные произведения, в отличие от работ Макса Вебера, который сегодняшний редактор никогда в жизни бы просто не пропустил, потому что у него там поток сознания часто идет, какие-то примечания раздутые на 5 страниц, мысли по ассоциации, какая-то полемика с какими-то людьми, это неоконченные, как и у Маркса, масса неоконченных произведений. Это Вебер был, конечно, гениальный человек, но такой вот, как и Маркс, его строгость мысли была не самой сильной стороной его творчества, так скажем, и последовательность. Но так, Дюргейм при жизни опубликовал 4 главных труда. Надо еще сказать, что в 1893 году он защитил докторскую диссертацию, которой предшествовала латинская диссертация, посуществовавшая академической традиции во Франции перед тем, как защищать диссертацию главную. Писали еще такую небольшую предварительную диссертацию на латинском языке, и его латинская эта диссертация была посвящена творчеству Монтескье. Сейчас, кстати, она переведена на английский и существует в переводе одного английского социолога и философа. Так вот, при жизни он опубликовал 4 главных труда, и первый из этих трудов – это его как раз докторская диссертация, которая называется «Разделение общественного труда. Работа 1793 года», которую он в этом году и защитил. Вот в этой работе, собственно, он ставит перед собой задачу доказать, вопреки утвердившимся некоторым теориям, и известно, мы можем представить себе каким, хотя он прямо их не называет, что разделение труда выполняет нравственную функцию. А что значит выполняет нравственную функцию? Это значит, что оно формирует и поддерживает социальную солидарность. И вот обоснованию этого тезиса и посвящена эта работа. Собственно, Дюргейм встраивается в целую длительную, такую давнюю традицию оценки социальной роли разделения труда в истории социальной мысли. Одна традиция, достаточно давняя, исходит из того, что разделение труда не то что формирует солидарность, а наоборот, является источником социальных конфликтов, антагонизмов и так далее. Ну и здесь имя Маркса, конечно, в первую очередь приходит на ум, и Маркс доказывал, что, собственно говоря, в основе разделения общества на классы, то есть на группы с противоположными интересами, лежит как раз это самое разделение труда. Ну а до того здесь можно указать и на Руссо, и на некоторых других мыслителей, которые подчеркивали это негативное влияние разделения труда. А с другой стороны, традиция, идущая от, если не заглядывать в более далекие времена, идущая от Адама Смита, который, с одной стороны, признавал и негативные эффекты разделения труда, а с другой стороны подчеркивал, что все же оно прежде всего играет такую благотворную роль и с точки зрения повышения производительности, что, впрочем, признавал и Маркс, и с точки зрения укрепления социальной солидарности, поскольку разделение труда делает людей взаимозависимыми, а эта взаимозависимость, в свою очередь, порождает ощущение этой взаимозависимости и, соответственно, сплоченности. Ну и дальше мы здесь вспоминаем и Огюста Конта, и Герберта Спенсера. Но Дюргейм
которые, кстати, тоже признавали возможные, Конт очень подробно рассматривал реальные и потенциальные изъяны и издержки разделения труда. Это и возможность центробежных всякого рода тенденций, и уродующее влияние специализации на личность человека и так далее. Но все-таки эти аналитики, они исходили из того, что преимущества разделения труда значительно перевешивают недостатки. И с помощью, во всяком случае, специальных мер можно сделать так, чтобы нейтрализовать негативные эффекты и усиливать позитивные. Так вот, Дюркгейм сразу же встраивается, так сказать, в эту вторую линию, но он находит, стремится найти новые обоснования для этой старой идеи благотворного воздействия разделения труда. И для того, чтобы это доказать, он, учитывая популярность марксизма в то время, это было актуально, он различает два типа разделения, социальной солидарности. Это механическая солидарность и органическая. И он переворачивает таким образом эту типологию Кённиса, о которой мы говорили в прошлый раз. Ход его рассуждения примерно такой. Он начинает с чисто такого бытового рассуждения. Бывает, что люди влекомы друг к другу благодаря тому, что они похожи друг на друга, и это их связывает друг с другом. Но бывает, им встречается и другая ситуация, когда индивиды притягиваются друг к другу вследствие того, что они различны. И такого рода тяга, так сказать, и связь тоже наблюдается в повседневной жизни, когда индивиды дружат, близки друг к другу именно потому, что они различны. Так вот, и в социальной жизни вообще существует два типа вот таких социальных связей или социальной солидарности, а именно механическая и органическая. Механическую солидарность он квалифицирует как солидарность по сходствам, а органическую как солидарность по различиям. На чем основана механическая солидарность? Это аналитическое расчленение. Механическая солидарность основана на том, что индивидуальные сознания целиком поглощены коллективным сознанием. Это понятие характерно для Дюркгейма, коллективное сознание. Что он понимает под коллективным сознанием? По Дюркгейму коллективное сознание – это совокупность верований и чувств, как он определяет в этой работе, это совокупность верований и чувств, общих в среднем членам одного и того же общества или группы. Так вот, в обществах с механической солидарностью, основанных на так называемом сегментарном типе инфраструктуры социальной, индивидуальные сознания целиком растворены в коллективном сознании, и, как пишет Дюркгейм, наша личность, можно сказать, не существует, ибо мы не мы, а коллективное существо. Органическая солидарность подразумевает различия индивидуальные, дифференциацию и взаимозависимость и взаимообмен между индивидами. В этих обществах солидарность базируется вот на этих вот моментах, на функциональной и структурной дифференциации, на взаимозависимости и взаимообмене. И вот этот второй тип солидарности как раз и порождается разделением труда. В
обществах с органической солидарностью коллективное сознание сохраняет свое значение, но его роль уже значительно меньше. Какие происходят метаморфозы с коллективным сознанием в обществах, которые основаны на разделении труда, в обществах с органической солидарностью? Во-первых, эта сфера влияния коллективного сознания становится значительно уже. Оно уже не определяет все и вся, а оно концентрируется только на наиболее важных для общества или группы моментах. Оно уже не регламентирует все стороны индивидуального поведения. Его предписания носят более общий и неопределенный характер. И это значит, что индивиды должны в значительной мере сами интерпретировать предписания, исходящие от коллективного сознания. И отсюда множество индивидуальных вариаций. Почему же происходит, вообще говоря, переход от обществ с механической солидарностью к обществам с органической солидарностью? А сам факт такого рода перехода он констатирует. Этот факт обусловлен по Дюргейму в конечном счете, учитывая, что в то время еще модны были биологические всякого рода аналогии, Дюргейм рассматривает разделение труда как своего рода смягченную форму борьбы за существование. В конечном счете причина разделения труда, которая в свою очередь выступает как причина возникновения органической солидарности, заключается в том, что происходит рост объема и плотности обществ. То есть здесь Дюргейм, как и некоторые другие в то время, в качестве такой конечной, что ли, причины, рассматривает демографический фактор. Рост объема и плотности обществ. Собственно, и у Спенсера мы находим эту же идею, и у многих других. От самого роста объема обществ недостаточно, и поэтому он приводит пример России и Китая, где объем обществ достаточно велик, но из-за того, что плотность незначительна, разделение труда не происходит в той форме и в той мере, в какой это происходит в обществе, где плотность высока. Ход его рассуждений примерно такой. Представим себе общество на определенной территории. Количество ресурсов всегда ограничено. Теперь представим себе, что количество людей в этом обществе выросло. Добавились некие новые индивиды. Что с ними делать при ограниченности ресурсов? Есть три варианта принципиальных. Первое. Они должны покончить самоубийством. Такой гипотетический, значит, вариант, что, конечно, невозможно. Второй вариант. Они должны эмигрировать, то есть переехать куда-то, где есть эти ресурсы свободные, и где не имеет места вот эта самая перенаселенность. И третий вариант. Они должны создать новую функцию. Функцию, которая бы соответствовала потребностям этого общества. И эта вот специализация как раз и представляет собой создание новой функции, и так постоянно оно и происходит, служит средством перехода или фактором перехода от обществ с механической солидарностью к обществам с органической солидарностью. Для Дюргейма эта работа не... Надо отметить, что я до сих пор говорил только о чисто теоретической стороне дела, но Дюргейм стремится не просто создать теорию разделения труда, он стремится основывать ее на определенном эмпирическом фундаменте. И он стремится обосновать эмпирически эти все свои положения. Для того, чтобы их обосновать, он стремится найти некие показатели, то, что мы сегодня называем индикаторы,
эмпирические показатели одного и другого типа в солидарности. Для этого он различает два типа социальных норм. Это нормы с репрессивной санкцией и нормы с реститутивной санкцией. Собственно, по санкциям нормы и могут различаться, прежде всего. Нормы с репрессивными санкциями отличаются тем, что они наказывают в случае своего нарушения, так сказать. Если человек нарушил такую норму, то за этим следует наказание. Естественно, что такие нормы представлены прежде всего в уголовном праве. В нем все санкции носят репрессивный характер. Они наказывают. За нарушением нормы следует репрессия. Что касается норм с реститутивной санкцией, то такие нормы в случае своего нарушения требуют, чтобы индивиды восстановили нарушенный порядок вещей. Они уже не наказывают, а они, само слово «реституция» означает восстановление, они требуют, повторяю, восстановления нарушенного порядка нормативного. И вот такого рода нормы представлены в других видах права, не уголовного. Какого именно? Различные формы гражданского права, контрактное право, коммерческое право, процессуальное право и так далее. И вот Дюркгейм сопоставляет различные нормативные системы и смотрит, каков в них удельный вес уголовного права. В обществах с механической солидарностью уголовное право представляет собой практически 100% права. Все право является уголовным. Такой тип нормативных систем знает только один тип предписаний. Нужно или нельзя, и в случае нарушения норм коллективное сознание очень резко и решительно реагирует на нарушение, наказывая за любое нарушение. Ну, те, которые нам сегодня, может, кажутся невинными. Ну, допустим, нарушение пищевого табу. Казалось бы, ну что такое, человек не ту пищу съел? Это его личное дело, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но за нарушение таких табу в ряде обществ убивают, так? И индивид иногда даже убивать не надо, он сам ложится и помирает от страха, потому что из-за того, что он нарушил это табу. Или там прическу нарушил. Ну что такого там, прическу другую сделал? С точки зрения современного права ничего страшного. Ну а у инков, как мы знаем, за это карали смертью. Или танец. Ну кому как нравится, тот так и танцует. Это я привожу примеры, у Дюркгейма их нет, чтобы было ясно, о чем идет речь опять. В Индии за нарушение рисунка танца тоже следовало в традиционной Индии смерть. И не потому, что они такие были все жестокие, а потому, что это считалось нарушением магических и религиозных предписаний, и это нарушение рассматривалось как опасное для коллектива, для группы. Всякого рода вот такие репрессивные санкции разного рода, они характерны для такого типа солидарности, потому что коллективные чувства, коллективная реакция очень носит бурный такой характер. И любое нарушение рассматривается как опасное для самого существования группы, коллектива, для его выживания коллектива. Ну а если нормативная система включает в себя уголовное право, но его удельный вес уже не столь велик, а наряду с ним возникают другие виды права, такие как, которые я сейчас перечислил, то тогда мы можем говорить о том, что здесь мы имеем дело с обществами с органической солидарностью или с увеличением степени этой органичности, так сказать, этой солидарности. Вот
И он сопоставляет различные нормативные системы для того, чтобы показать, как происходит вот этот процесс перехода. Когда вышло первое издание этой работы, Дюркгейм исходил из того, что разделение труда, хотя он признавал, что в современном обществе не всегда так происходит, что разделение труда формирует социальную солидарность. И в последней главе своей книги он рассматривает ситуации, когда разделение труда не производит социальную солидарность. Вот такого рода явления он рассматривает как анормальные. Это своего рода социальная патология. В каких случаях так получается? Тогда, когда разделение труда по Дюркгейму носит аномический характер, а понятие аномия я еще скажу, то есть когда разделение труда никак не регламентируется. Слово аномия происходит от греческого слова беззаконие и буквально означает безнормность, так сказать. Так вот, если разделение труда никак не регламентируется нормами правовыми и нравственными, то это ситуация аномического разделения труда. Либо когда функции плохо пригнаны друг к другу, имеет место такая ситуация. И, наконец, еще один вариант, это когда индивиды не согласны со своей функцией. Ну, конечно, было видно, что это носит довольно утопический характер, эти тезисы Дюркгейма. Когда тут бушевали всякого рода социальные конфликты, говорить о том, что все так замечательно, и что со временем само собой произойдет так, что разделение труда будет производить эту солидарность, он признает в конце, что сегодня там кризисы всякие, это своего рода норма в промышленном и торговом мире. Но я, когда вышло первое издание этой работы, он исходил из того, что со временем разделение труда само при социальное развитие приведет к тому, что разделение труда будет порождать социальную солидарность. Но к тому времени, когда появилось второе издание этой работы, а именно к 1902 году, он приходит к мысли о том, что само собой это не произойдет, и что нужны специальные усилия, реформаторские усилия, которые должны привести к тому, чтобы разделение труда поддерживало и создавало социальную солидарность. Что для этого нужно сделать? Нужно создавать и развивать так называемые профессиональные группы. Промежуточные группы, промежуточные между индивидом и семьей с одной стороны и глобальным обществом, государством с другой. Собственно, идея необходимости таких промежуточных групп существовала давно. Ее осознавал и подчеркивал значение этого социальный католицизм еще с начала XIX века. И, конечно, он подчеркивал значение религиозных групп. И у Токвиля мы находим Алексиса де Токвиля в его работе о демократии в Америке, подчеркивание значения таких промежуточных групп для индивидов, для общества. Но для Дюркгейма эти промежуточные группы должны быть прежде всего профессиональными. Почему? Потому что институт профессий в современном обществе с его точки зрения играет ключевую роль. Он говорит, что такого рода группы всегда были в истории, и в античности встречаются корпорации, профессиональные группы, и в Средневековье существовали гильдии в городах, цеховая организация. Ну а французская революция упразднила эти группы, но, считает он, вместе с, как говорится, с ванной, выкинула и ребенка французская революция. Потому что эти группы профессиональные, цехи, корпорации,
играли очень важную роль всегда. И вот эта лакуна, которая образовалась после упразднения корпорации, она весьма чувствительна. Другое дело, что эти корпорации и профессиональные группы должны выступать в новой форме. Здесь могут быть и профсоюзы, это только один из вариантов таких профессиональных групп или корпораций. Роль этих групп прежде всего должна быть моральной. Это своего рода моральная община для индивида, в которой бы он мог чувствовать себя комфортно в нравственном отношении. Семья для этого слишком мала, государство слишком велико, чтобы служить такой общиной. А вот профессиональные группы – это как раз то, что нужно. И, наконец, еще один важный момент. Я хочу это подчеркнуть. Дюркгейм разделение труда понимает не как экономическую, конечно, категорию, а как социальную категорию, социологическую категорию. И поэтому не случайно он говорит не об общественном разделении труда, а о разделении общественного труда. Видите, здесь нюанс какой. Для него, собственно, разделение труда – это разделение социальных функций, любых. Вторая работа, которая тоже стала классической, это его книжка небольшая, которая называется «Правила социологического метода» в оригинале, а в русском и немецком переводах называется «Метод социологии». Это работа 95 года. Она основана на серии статей, которые перед этим он опубликовал во французском журнале «Философское обозрение». И он использовал здесь опыт своего исследования о разделении труда. Дюркгейм в этой работе – это своего рода манифест его социологии, научный манифест. И он стремится, как Декарт в свое время, создать, и само, кстати, выражение «правила метода» – это выражение Декарта, создать такие правила, которые бы могли служить инструментами поиска и обнаружения социологической истины, независимо от всякого рода факторов, включая даже и способности, если угодно, исследователя. Он хочет сформулировать некие вот такие универсальные рецепты, которые бы позволяли социологу всегда и везде находить социологическую истину. В этой работе он определяет предмет социологии. Он стремится сформулировать правила объяснения в социологии, правила доказательства в социологии. Правила развлечения нормального и патологического в социологии. Кстати, актуальное, на мой взгляд, и сегодня. Я просто не могу сейчас отвлекаться. Хотя некоторые считают, что это и сегодня, и не важно. Правила, касающиеся конструирования типов в социологии. Ну и, наконец, он формулирует главный принципы социологического метода, главные признаки. Предмет социологии по Дюркгейму – это социальные факты. Социальные факты отличаются двумя признаками главными. Не все, что происходит в обществе – это социальные факты. И Дюркгейм, создавая этот трактат, он прежде всего стремился отмежеваться от дилетантизма вообще в науке и в социологии в частности. А в то время появлялось много работ с названием «Социология», но которые, на его взгляд, никакого отношения к социологии не имели.
Не все, что происходит, повторяю, в обществе, это социальные факты. Социология имеет свой достаточно ограниченный объект исследования, и эти социальные факты отличаются двумя, как я уже сказал, признаками. Первый признак состоит в том, что они находятся вне индивидов. Сколько бы мы, говорит он, не перебирали индивидов, их сознание и прочее, мы не найдем внутри них социальных фактов. А второй признак состоит в том, что они принудительны по отношению к индивидам, к индивидуальным сознаниям, индивидуальным актам. Вот это два признака социальных фактов. Причем принудительность, второй признак социальных фактов, может не обнаруживаться до появления того, что мы сегодня называем отклоняющееся поведение. Пока индивид действует в согласии с социальными нормами, никакой принудительности он не чувствует. Но как только он нарушит предписания, исходящие от этих норм, он почувствует, что сталкивается с силой, с сопротивлением, которое подобно сопротивлению, оказываемому ему в случае нарушения естественных законов. То есть социальные нормы, социальные факты, а для него факты социальные, это прежде всего нормативные факты, проявляют себя через санкции, социальные санкции. Как пишет Дюргейм, никто не заставляет меня говорить на определенном языке, пользоваться определенной валютой и тому подобное. Но как только я попробую уклониться от этого, я почувствую, что я наталкиваюсь на сопротивление, такое же, как в случае с природными силами. То есть, пока я, это я уже привожу, иллюстрирую пример Дюргейма, пока я не собираюсь подпрыгнуть там на 8 метров, я не ощущаю силу земного притяжения и легко порхаю, так сказать, по земле. Но как только я попытаюсь совершить такой прыжок, я почувствую, что что-то меня притягивает обратно. И только в этом случае я ощущаю воздействие, принудительное воздействие природной силы под названием гравитация. Так и с социальными фактами по Дюргейму. Кстати, в этой же работе, во втором предисловии ко второму изданию этой работы 1901 года, он дает еще одно определение социологии как науки о социальных институтах, их происхождении и функционировании, что тоже весьма характерно. В этой же работе он характеризует и главные признаки социологического метода. Во-первых, это независимость от всякой философии. Это очень важный для него постулат. И хотя он сам был философом по образованию, и как он писал своему ученику Жоржу Дави в письме, уйдя от философии, я всегда стремился, в общем-то, к ней вернуться, или точнее, я всегда возвращался к ней с самими вопросами, которые возникали на моем исследовательском пути. Тем не менее, он, стремясь освободить социологию от всякого рода умозрительных и произвольных конструкций, провозглашает независимость от всякой философии в качестве одного из трех главных признаков социологического метода. Второй признак – это объективность. То есть социология не может опираться на интроспекцию, на самонаблюдение. Она обязательно опирается на объективную методологию. И, наконец, третий признак – это необходимость
объяснение социальных явлений другими социальными явлениями или социальных фактов другими социальными фактами, а не состояниями индивидуального сознания или вообще всякого рода индивидуальными факторами. Все это тогда было весьма актуально. И в этой же работе он провозглашает знаменитый свой методологический постулат. Социальные факты нужно рассматривать как вещи. Что значит рассматривать как вещи? Он подчеркивает, что он это не онтологический, а это скорее эпистемологический постулат. Он говорит, я не утверждаю, что социальные факты это вещи такие же, как природные факты. Хотя в одном месте, кстати, он все-таки пишет, что социальные факты это вещи. Но в ответ на критику он подчеркивал, что этот постулат носит скорее вот такой методологический, эпистемологический характер. Когда я говорю, что социальные факты нужно рассматривать как вещи, говорит он, я не помещаю, не говорю, что эти факты нужно помещать в определенную категорию реальности, а в том, что их нужно изучать определенным образом. Каким? Извне. Изучать как вещи, это значит изучать их не изнутри, а извне, по их внешне фиксируемым признакам. Социолог должен находить некие эмпирические внешне фиксируемые показатели и от них идти внутрь, так сказать. Вот что значит социальные факты нужно рассматривать как вещи. Этот постулат тоже направлен прежде всего против интроспекционизма в социальной науке. Стремлению изучать социальные факты изнутри, так сказать. Сколько бы, говорит он, мы не заглядывали в свое собственное сознание, мы не найдем там социальных фактов. Мы должны их исследовать извне, так же, как мы изучаем природные явления. Ну, третий труд, тоже ставший классическим, это его исследование 97 года «Самоубийство. Социологический этюд». Надо сказать, что во Франции, так же, как и в других европейских странах, существовала довольно обширная моральная статистика, в том числе статистика самоубийств. Но что делать с этой статистикой, никто не знал. И с одной стороны, существовали всякого рода публицистические, полухудожественные, всякого рода эссе о самоубийствах, а с другой существовала статистика, и было непонятно, собственно, а почему. Там мужчины чаще кончают с собой, чем женщины. Почему пожилые чаще, чем молодые? Почему летом чаще, чем зимой? И так далее. И самые диковинные возникали гипотезы на этот счет. В частности, объясняли больший процент самоубийств летом жарой. Тем, что индивиды так разогреваются летом, что их тянет расстаться с этой жизнью от перегрева. При том, что статистика была вполне достоверная и достаточно надежная, в том смысле, что эти данные воспроизводились с удивительным постоянством. Дюргейм вначале отвергает всякого рода несоциологические интерпретации самоубийства. Психологические, психиатрические, климатические, о которых я сейчас тоже или с объяснения с сезонными колебаниями и так далее. И оставляет только как бы место только для одного объяснения самоубийства, а именно социологического объяснения. Для него самоубийство это прежде всего социальный факт. И объясняться оно сообразно его же правилу должно объясняться социальными причинами. Ну и он различает три главных типа самоубийства. Это самоубийство эгоистическое, альтруистическое и аномическое. Эгоистическое самоубийство возникает в тех случаях, когда индивиды оторваны
от общества и предоставленные сами себе. Это ситуация, когда разорваны социальные связи индивидов. Я думаю, понятно, что понятие эгоизм и альтруизм здесь носит у Дюркгейма не этический характер, а он придает им чисто аналитический смысл. В этих случаях индивиды, оставаясь наедине с собой, толкаются к тому, чтобы покончить с жизнью. Другой тип противоположный, альтруистический, когда индивид настолько поглощен группой, коллективом, что отдает свою жизнь ради группы. Как пишет Дюркгейм, сопоставляя эти два типа, в первом случае на психологическом уровне индивид кончает с жизнью, потому что не видит в ней смысла, а во втором случае, потому что он видит смысл жизни вне ее самой, то есть в коллективе, в группе. Ну и, наконец, аномический тип – это тип самоубийства, когда в обществе разрушена нормативная система, аномия, то есть безнормное существование, и когда индивид оказывается примерно в той же ситуации, что и в случае эгоистического самоубийства. Он не видит смысла в жизни, потому что нет норм никаких ценностей, которые бы указывали ему, для чего ему, вообще говоря, жить. И вот эта нормативная пустота обусловливает тоже усиление суицидогенных таких тенденций. В сноске Дюркгейм упоминает еще один тип самоубийства, но буквально говорит о нем несколько слов. Это тоже такой симметричный, антипод, как в случае альтруистического самоубийства, выступающего как антипод эгоистического, так и у аномического есть свой антипод, но чисто гипотетический. Это так называемое фаталистское самоубийство, то есть самоубийство, которое в противовес аномическому возникает тогда, когда жизнь индивида настолько зарегламентирована, настолько заорганизована, что ему некуда деться, так сказать. Это самоубийство, возникающее как результат сверхрегламентации его поведения, которое порождает гипотетически тот же результат. Да, четвертый, но как чисто гипотетический. Три главных, и вот этот, как гипотетический, повторяю, симметричный антипод аномического самоубийства. По-моему, чаще с ума сходит в подобных случаях. Каких? Фаталистских? Да. Ну, по-разному. Иногда себя убивает, иногда других. Иногда сводит с ума других, иногда себя. По-разному. Ну что же, тогда теперь, может быть, сделаем небольшой перерыв на 10 минут, и потом вернемся к нашим сюжетам.